Итак, тот же соперник, конь F3. Обрати внимание. Да, Ты не молодец. должен ныть. Если ты сейчас пойдешь же это уже 2-2-0 и сделаешь еще 7 унылых ходов, я тебя похвалю. Ну ты же не будешь этого делать. Не, я так хотел. Конь Е5, сука. Хочешь. Все, ладно, я поддался нервам. Так, наверное, могу позволить. Наверное, могу позволить себе огрызть, получить слона на что и сдаться. Наверное, могу себе позволить. Почему бы и нет? Да, ладья ничего не решает в этой позиции. Видишь, нет материала. Я еще ферзем возьму. Хорошо, у тебя слава богу, один ход после этого останется. Не, смотри, смотри, какие слоны будут в этой позиции. Все. А, нет, Кон еще один. коня нельзя отдавать. Ни в коем случае. Поэтому надо его убрать куда-нибудь. Почему не пойти слон G4, например? Да Почему? Вот иди, скажи мне. иди, знаешь куда? Почему ты сейчас не пошел слон G4? Вот здесь вот. Нет, это не то. Да, ты выиграл сразу, а так совсем не то. Так, ну, Мой ход, мой ход. Бери слона оттуда. Слон нужен на G2. Знаешь, ты мог выиграть сейчас сразу. Ну и что? Я просто, мне было лень считать. У меня был свой план. Я его реализовывал. У тебя не было никакого плана. Пешка висит. Какая, причем, какая разница, висит эта пешка или нет? Это важно. Это реально важная пешка. Где наша компенсация за качество? Ну понятно, ты все пешки разбазарил. Причем здесь пешки? Выходи быстрее, конь. Да, я видел, слон Е6. Конь Б5 надо еще вставить. Надо было сначала Надо, конь а с конь Б5. Б5 вставлять не надо. Почему? Ферзь на уязвимом поле. А ты его подгонишь на нормальное. Ну, бей быстрее. Быстрее, только оставляй мне времени. У тебя 2 минуты и лишний ферзь. Ты вообще обалдел, что А чё он сдался? ли? Ну без ферзя. Ну и что? Опять всю я сделал, всю грязь. Такая жертва качества была, просто космос. Какая жертва качества? Ладно, в этом же ролике еще. Жмем на паузу. А, даже не придется. Е4. Так, попробуй нормально разыграть дебют. Хоть один раз в жизни. F4. Это Crazy House. Я знаю. А, да, это же Crazy House. А, да, это же Crazy House. Почему бы не загнуться? Мне темпика не хватает, А, однако. у тебя, понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, в чем дело? Ты же понимаешь, надеюсь. У тебя одну фигуру забрали. И у него еще на одну фигуру больше. Ты это понимаешь? Да. Поставь же ее туда, да. Я хотел король F1. Потом увидел, что висит на F7 и передумал. Хорошо, у нас не хватает 2 фигур. Одну ты пожертвовал, еще одной не хватает по умолчанию. Так, зато у нас линия F. Слава, не зевни. Да, я вижу. Пойдем мы конь Хорошо, C3. нормально. Все, Нормально. сюда, сюда лезем. Он D4 закончит тебя. Да побей же на F4 и поменяй ферзей хотя бы, но я не знаю. Нет, там висит здесь. И что дальше? Ты хочешь защищать ее теперь? Да. Так, все, осталось 2 хода. Мне осталось терпеть 2 хода этого божества. Хватит ныть, чё ты ноешь, а? Потому что ты не умеешь играть в эту штуку. Смотри, нанесли. Кого ты нанес? Кого? Почему на F1 не пойти? Так, а, у него... Теперь уже поздно, ты отдал ему пешку и слона. Так, ладно. У меня есть Один ход, пешка. один ход. Сделай один ход, любой. Мат не получи просто. Там, Ты. конечно, F2 с шахом. Угу. Да, ну сейчас начудил. Королевский нельзя играть, я согласен. Это по-другому называю обычно. Новую пешку на F3. Вот видишь, я уже... Это же, вот G2 новый пойдет, ты понимаешь? До чего ты довел эту позицию? Кстати, может быть, нам хватит контр-игрушки? Да, контр-игрушки с одним слоном нам, безусловно, хватит. Так, нет, Е5 не работает. Шах. Забрали слона. Вот счастье, забрали их слона. Сколько ты ныть будешь уже, а? Еще 5 ходов.
Я должен увеличить достижение за эти 5 ходов, иначе ты опять придумаешь, как получить. Конь d5, быстрее, у тебя позиция сказка. Просто мечта. Просто мечтать, когда мы закончим этим заниматься. Это моя мечта. Так, ну... Ого. Стоп, а мы не быстрее? Дай посчитать. Запарил. Мы быстрее. Да, взяли. Упсай. Ну, короче, 7 пойти. Аж 4 быстрее. А, у тебя нет, подожди, у меня остался один ход. Да. Я должен точно быть уверенным, что ты не запоришь эту позицию. Чтобы быть уверенным, тебе нужно как минимум дать мне минуту времени. Вот смотри. Сейчас мы играем слон f4. Он забирает. Мы играем h4. Он забирает. Других ходов нет. Мы забираем коня. Он играет сюда. Мы даем шах. Он закрывается. И мы даем мат на g4. Нет, играй быстрее. Я буду не так играть. Тогда ты огребешь. Давай быстрее. Короче, я умываю руки. Я провел матовую комбинацию. Я даже не буду смотреть, что ты делаешь. Все, договорились. Вот честное слово, я отвернулся. Мне все абсолютно... Я не смотрю на экран. Мне плевать, что ты делаешь. Он вам врет, дорогие зрители. Соперник, тем более, задумался над единственным ходом. Без шуток, тебе говорю, задумался. Я читаю беседку нашей группы. Без шуток, говорю, противник задумался. Хорошо. Мат я дал, успокойся. Покажи, я не могу в это поверить. Ты все-таки послушался меня, неужели? Ну я бы к этому сам пришел, понимаешь? Да. Я просто не нашел... Ты можешь изменить мой план и поставить коня на g5 в следующем ходе. Понимаешь, я бы это... Я бы не нашел просто слон f4. А все остальное... Да, ну так его надо найти вообще-то. Ну это не тяжело. Ну ты бы не нашел. Но все остальное было форсировано. Всем спасибо за внимание.